да, прямо. Да, известный голкипер, но спать в другую полоску команду. Отличная атака у Нафтана и момент, чтобы забить. Еще совпадает. Получает мяч Сергей Матвейчик. Здорово, крутит штрафную. Я не помню, когда в каком году именно. Но забивал, это точно. Сагаровский простреливает. Выносит мяч защитник Нафтана. На подборе первый шахтер. Да? Теперь уже будут рулить командой со стороны. Ну, Александр Ильич продолжает. Иногда кажется, что он до 50 минут играет в нашем чемпионате, учитывая тот уровень игры, который он демонстрирует. Там сейчас дальний удар. Нафтан тоже какой-то большой довольно промежуток времени совсем играл неактивно, пропустил дважды, но в конце-то взорвались. Да, да, здорово, я же этот месяц играли. Все время атака. Ну, я был в Лунице недавно, на матче «Гранит Торпеда», там еще пушечная, там вообще куда полная. Шахтер пытается так и позиционно что-то создавать вокруг соперника, потеря мяча, и Кидра. Тут же соперник создает что-то интересное и выходит постоянно, имеет численное преимущество в атаке. Также легенда солигорского шахтера Андрей Леонтьев. Да, рядом с нами располагается. Проблемы есть с игрой. Ну, давайте смотреть дальше. Подключает к атаке уже Игоря Кузьмика. Снова Сергей Матвейчик. Попросить-то пришлось ребятам, которые слева у Нафтана играют. Отличная передача. Шахтер, Афанасьев справа. Подача на Даню Штангу. Абсолютно один Николай у нас. Вообще, многих болельщиков Шахтера ведь подкалывают, что они считают футбол удачи. Переплатины. Вот свой
17, наверное, пока что 0-0. Пока что первого матча под руководством Сергея Пипарика Шахтёр не побеждает. Позиционная атака Шахтера и на одного футболиста на Антона Миша. Мы об этом не забываем. Юрьевич штрафной. Машина сбросит нужные броди. Юрьевич под себя пропускает мяч. Старгородский подает штрафную. Нет, сегодня Нафтан играет очень здорово. Туда. Сложно представлять себе, как после этого парадж можно забить. Штангу еще и хотящую. Получение. Януш. Ковалёв. Кобин на мяча. Кобин подает. Ну да!